Кишиневе самое реформаторское и проевропейское правительство за последние 30 лет. Такое мнение выразил депутат Европарламента из Румынии Зигфрид Муришан. Визит президента Игоря Дадона в Брюссель стал сигналом для возобновления отношений с ЕС. Но следует понимать, что тем, кто пользуется доверием и поддержкой со стороны Европейского Союза, является правительство и премьер-министр Майя Санду. У вас в Кишиневе сейчас самое проевропейское и реформаторское правительство за последние 30 лет. Поэтому поддержка Евросоюза не заставит себя долго ждать, сказал Муришан. Депутат Европарламента также подчеркнул, что глава государства очень хорошо понимает преимущества соглашения об ассоциации и никогда не будет денонсировать его. В то же время в эфире одного из телеканалов Игорь Дадон заявил, что для того, чтобы войти в Евразийский экономический союз, Республика Молдова должна аннулировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. По словам Дадона, наша страна должна вести сбалансированную политику, дружить и с Востоком, и с Западом. Однако отношения с Евразийским союзом должны оставаться приоритетными.